Всем привет, с вами Inform TV. Знаменитая актриса из Мексики Жаклин Андере известна многим своими ролями в популярном сериале «Есения» и не менее известном проекте «Мачеха». Сейчас артистке уже исполнилось 82 года. Она ведет здоровый образ жизни и все еще продолжает радовать своих поклонников новыми ролями. Жаклин родилась в очень обеспеченной мексиканской семье. Благодаря этому она получала все самое лучшее, в том числе и хорошее образование. Но, несмотря на свой талант и обеспеченность, Жаклин не удалось сразу обзавестись миллионами поклонников. Играть в кино она принялась в конце 50-х. Однако заметили ее только в 62-м, благодаря роли в картине «Ангел-истребитель». Примерно в это же время актриса знакомится с любовью своей жизни, продюсером Хосе Унсайном. Она выходит за него замуж, несмотря на то, что он был старше Жаклин на 20 лет. В 72-м году Андере родила Хосе дочь, которая позже тоже стала актрисой. Наибольшая популярность Жаклин как актрисы пришлась на 80-е годы. Тогда она считалась самой востребованной и популярной латиноамериканской актрисой и могла участвовать в съемках 5 фильмов за год. Слава длилась недолго. У супруга Жаклин Хосе Унсайна появились серьезные проблемы с сердцем. И между мужем и славой актриса выбрала любимого человека. Жаклин ухаживала за ним до тех пор, пока он не скончался. За это время Андере ни разу не появилась на экранах. Время шло, и актрисе удалось побороть депрессию. Она продолжила актерскую карьеру. В 2000-х российские фанаты могли увидеть ее в картине «Мачеха», а в этом году Жаклин приняла участие в сериале «Мексиканка и бледнолицый». В недавнем интервью звезда рассказала, что Хосе был ее единственной любовью. Сейчас же ее радуют внуки и дочь. Дочери Жаклин тоже удалось стать знаменитой, и она вместе со звездной матерью часто выходит на красные дорожки. Если вы помните эту талантливую мексиканскую актрису, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!